Руки еще немного неуверенные движения, ребята пока только привыкают ко льду. Казалось, они только вчера встали на коньки, а сейчас с большим энтузиазмом постигают азы такой непростой игры, требующей от юных спортсменов полной отдачи. Я играю в хоккей уже полгода. Мне было трудно сначала делать броски, мне это было очень тяжело. И я занимаюсь с Михаилом Михайловичем, он мне хорошо меня учит. А в хоккее очень тяжело играть, потому что форма тяжелая. Стук клюшек, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов, завершивших сезон 2021-2022. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе. Наградили лучших игроков. С успешным завершением сезона воспитанников, тренеров и родителей поздравил председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. Хочу пожелать начинающим юным хоккеистам проявлять упорство в достижении цели, стремиться со своими старшими товарищами. Играйте в хоккей, это отличная игра. Всем ребятам, которые уже выпускаются, желаю успехов в жизни. Помните своих друзей, которых вы здесь приобрели. Не теряйте опыт, который в центре внимания на торжественной части были, конечно, выпускники. По традиции на лед ребята вышли уже без формы. Сезон для ребят выдался непростым. Они играли на первенстве Нижегородской области среди взрослых команд. Поскольку эти состязания не требовали от юных хоккеистов долгих выездов, и они могли больше времени посвятить учебе. И если поначалу ребятам пришлось совсем непросто, сдаваться они не привыкли. Итог впечатляет. 3-е место из 16 команд. В конце вообще хорошо играли. То есть влились они уже вот в этот ритм, в взрослый хоккей уже вошли, поэтому я считаю, все молодцы, всем большое спасибо за сезон, особенно большое спасибо болельщикам, которые приходили, поддерживали нас в нашем Ледовом дворце. Замечательно, прошли тяжелый путь, хочу поблагодарить всех тренеров, которые приложили руку к нашему воспитанию, родители, безусловно, помогали нам в любом моменте. И также зрители, которые всегда поддерживали нас. Спасибо. Жаркие баталии, ярчайшие победы, разгромные поражения. Этот сезон подарил болельщикам, тренерам и самим игрокам море непередаваемых эмоций. После торжественной церемонии на ледовой арене младшие хоккеисты показали мастерство владения клюшкой и шайбой. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.